Криосфера в горах Памира и Тяньшаня, снег, ледники, мерзлые почвы и породы обеспечивают свежей водой миллионы людей Центральной Азии, которые используют ее для сельского хозяйства и повседневной жизни. По мере повышения температуры горные ледники тают, и криосфера меняется. Ученые предупреждают о грядущих изменениях и проблемах в обеспечении водой, а также о рисках для отдаленных и густонаселенных районов и объектов инфраструктуры. Стремительное таяние ледников ведет к образованию многочисленных озер, которые при прорыве превращаются в катастрофические сели и настигают людей без предупреждения. Засуха, аномальная жара и ливни в горах усиливают риск стихийных бедствий. Пробелы в знаниях и наблюдениях за ледниками являются преградой для прогнозов водности и оповещений о разрушительных паводках, увеличивая риск для жизни людей и их собственности. Для борьбы с последствиями изменения климата также не хватает этой информации. Региональный обмен информацией о состоянии криосферы, создание систем раннего оповещения о прорыве ледниковых озер и расширение охвата действий и готовности общин имеют важнейшее значение для успешной адаптации к изменению климата и снижению риска стихийных бедствий. Через свое региональное представительство в городе Алматы Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО оказывает поддержку странам Центральной Азии в решении этих проблем. Проект, финансируемый Адаптационным фондом, направлен на снижение риска разрушительных селей от ледниковых озер. В горах Центральной Азии таких озер огромное множество. Проект помогает в развитии системы наблюдений и оценки опасностей этих озер и внедрении раннего оповещения на приоритетных участках. Планируемый проект с финансированием Глобального экологического фонда ГЭФ совместно с программой развития ООН направлен на улучшение знаний и наблюдений основных компонентов криосферы и поддержку практических мер адаптации к изменению климата. Более глубокое изучение криосферы и долгосрочные прогнозы в сочетании с новой информацией, готовностью и осведомленностью о риске ледниковых озер поможет государствам Центральной Азии сохранить жизни людей, снизить ущерб и улучшить меры адаптации к изменению климата. Как ведущее учреждение, ЮНЕСКО открыто для сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами. Более подробная информация доступна на нашем веб-сайте и у наших партнеров.